Александр Лукашенко во время посещения фермерского хозяйства «Спартан-Агро» под Молодечно потребовал от правительства выработать конкретную программу в плодоводстве под нужды производителей и их возможности. Сегодня Бобруйск посетил республиканский молодежный автопоезд «Беларусь. Молодежь. Профи». Одна из точек маршрута – «Красный пищевик». В процессе экскурсии по предприятию молодые люди ознакомились с производством кондитерских изделий. На территории Бобруйск-арены прошла трудовая акция «Сила в единстве». 11 октября в столице пройдет финал 6-го республиканского конкурса «Семья года». В этом году, кроме профессионального жюри, впервые выбрать лучшую команду смогут интернет-пользователи. Онлайн-голосование продлится по 9 октября на официальном телеграм-канале Минтруда и соцзащиты. В Бобруйске проходит осенний призыв – ежегодный процесс, когда молодых людей от 18 до 27 лет призывают на обязательную военную службу. Нынешняя кампания движется в плановом и, как говорят сами военные, штатном режиме. В комиссии рассмотрят около 250 дел призывников. Большинство из них – выпускники среднеспециальных учебных заведений и юноши, прошедшие отработку на первом рабочем месте. В воскресенье 22 сентября «Динамо Шинник» проведет домашнюю встречу против «Динамо СПБ» питерчане, представители западной конференции «Золотого дивизиона». После 5 игр команда расположилась на 6-м месте с 5 очками в активе. Для сравнения, в своей таблице «Бобруйская дружина» вторая после 7 сыгранных. Ранее подопечные Андрея Михалева уже обыгрывали более статусных соперников, поэтому настрой у болельщиков обнадеживающий.